нет, потому что я, во-первых, ее не понял, не расслышал сначала, потом понял. За такую шутку ты должен извиниться. Но так шутить в ее сторону, это некрасиво. Ну, со стороны друга, который искренне к ней относится, ну, так шутить это вообще-то. Ну, я не знаю, как после этого... Вопрос, когда ты говорил, это примерно в том же контексте звучало, когда ты говорил, давайте втроем переспим. То есть это твоя шутка была, это нормально, ты считаешь? А я ее не оскорбил. Я сказал всего лишь, давайте сексуальный марафон. Ты можешь извиниться? Перед Кристиной могу извиниться, да.